Стать участниками юмористической битвы приглашают екатеринбуржцев. Веселую армию по всей России собирает телеканал СТС. В выходные в городе пройдет кастинг на участие в новом проекте шоу «Битва регионов». По задумке, в серьезной, но смешной схватке сойдутся представители Урала, Сибири, Южного и Центрального кругов России. В финале должен остаться только один регион, где живут самые веселые люди страны. Хотим показать глобально, раскрыть секрет, как из простого человека можно стать звездой юмора. То есть все стадии от просто прихода на кастинг и до потом до больших сценических работ. Мы увидим эффект Золушки, что называется. Вот когда никому неизвестный человек будет и на одной сцене, в итоге он будет стоять с самыми-самыми популярными людьми. К кастингу сейчас готовятся не только горожане, но и площадка, где будет проходить просмотр, Центр культуры «Урал». Здесь весь день устанавливают свет и огромные телеэкраны. Для съемок первого отборочного этапа шоу в Екатеринбург из Москвы привезли несколько тонн оборудования и декораций. 12 и 13 марта с 10 утра до самого вечера тут будут работать участники команды «Уральские пельмени» Дмитрий Брикоткин и Сергей Исаев. Именно они набирают команду, которая уже осенью представит на битве регионов «Урал». Наставники приглашают на кастинг абсолютно всех горожан, независимо от пола, возраста и профессии. Главное – покорить жюри искренним выступлением. Нужно быть самим собой, на самом деле, потому что можно придумать что-то себе на 2-3 минуты яркого, сочного, а потом окажется, что и на этом все. Нам нужны такие спортсмены, которые могут пройти длинную дистанцию. Хотелось бы адекватных. Но хотелось бы, чтобы зубы все были, во-первых. Чтобы они были сумасшедшими на сцене, но в жизни адекватные, не наоборот.